Владивосток, 15 октября 2022 года. Утро, туман во Владивостоке сегодня, немного дует ветерок, пилоны моста в тумане. Еще горят огни. Люди, кто на электричку, кто по своим делам. Сегодня суббота. В том направлении находится морвокзал, чуть правее железнодорожный вокзал, в том направлении корабельная набережная, набережная Цесаревича. Вот виден золотой мост, пилоны моста в тумане. Чайки кричат. Вчера вечером фонтан был включен, а на спортивной набережной уже фонтан подготовлен к зиме, законсервирован. Ну вот, можно видеть, что люди спешат на электричку. Закрывается дачный сезон постепенно. Убрали здесь ограждение. Ну так, не прохладно, но все-таки осень. Стоит техника. Да, какая-то гранитная плитка
будут здесь укладывать ее. Вот это вот стела. Владивосток, город воинской славы. Старейший кинотеатр города Владивостока Уссури. Вон там находится между зданиями старый дворик ГУМа. Здесь на остановке исторические фотографии. Город постепенно просыпается. На подземных переходах интересные такие штуки сделали с изображением, ну, с разными изображениями, так скажем. Рабы, всякие цепи, рында, якоря, иллюминаторы. Здесь тоже чайки, ракушки, подводная лодка, видимо, С-56, возможно, крабы, краны.
и суда какие-то без козырки.